Буэнос диас, гайз. Ядерно-рассветный взряд ваш экран, а это значит, что мы продолжаем играть в Borderlands. Поэтому садитесь поудобнее, берите ништячки и поехали. В прошлой серии я под самый конец получил 16 левел, сейчас мне надо добыть двух стервятников. Хотя, с другой стороны, похуй. Не торопит. Мы просто будем задрачивать это DLC до победного, скажем так. Решил я его пройти, потому что в позапрошлой серии я понял, что это слишком плотная катка. Поэтому ну нахер. Ну и так подумав немного, думаю, а ладно. Пойдем задрачивать DLC. Мне не терпится испытать эту деточку в деле. Ну и дробомец об собой. Граната мишки Гамми. Сука нах, мишки Гамми, блять. Так, чё, заводи. О, ватаматы. Сложно использовать новые возможности со старым снаряжением. А, у меня все равно денег нету, надо идти зарабатывать. Тыщ. Крутая штука. И точность на высоте, ах ты, сука, обблевал. Все-таки, наверное, лучшее средство против толпы уродов. Больно было. А не кисло у него гыча рассыпалась, а? Что, не нравится? Так. Кто там выебывался? Так, куда нам дальше? Прямо вот туда по водичке. Бомж. Ты забрызгал мне весь визор, пидорас. На нахер. А вот и ящичек. Еще ящичек. Скоблевантин меня все равно достал. На уеба. Тебе на тоже уеба.
Да, то пусть придется ого-го. Надо вот так вот. Тем по мостику вот сюда и прийти сюда. Блять. Блять, ты где? Что, не нравится? Там где-то сзади толпа уродов. Кстати, вот когда он так стоит, блять. Бегите нахуй. Я вот вам рассказываю. Блять, потом еще и от блевни уворачиваться надо. Так, вот сюда, вот в это вот комариное очко. Патроны к дробовику. Сейвилка. Ох, нихуя себе. Этих ребят надо выносить сразу. Кто бы сомневался, что и эти черти здесь окажутся. Тихон ебучий, блядь. Ох, кому-то и достанется. Чё, шокирован таким поворотом событий, а? Пидорасня. Открытие ебла не прошло бесследно. Ебать тут лута. Что называется, собирай не хочу. Ну ты еще обблюй меня, пидорасина. Можно, в принципе, поиграться. Теперь туда. И вот в тот тоннель. Вот там будет мясо, я вот вам рассказываю. Допустим, бабах. Вот эта хуйня очень любит прыгать. Как Ромка. Нравится моя зверушка? Честно, блять, иногда бывает выносить не успеваешь. Да уж, мясной туннельчик. Ну и баблоческу мы подняли не слабо. По крайней мере, для этих левелов. Так, теперича.
Держим руль прямо. Ну, там зомбаки. Так, по идее, нам надо налево. Вот он, домик Дока. Только мы сначала сделаем сейв. Pumpkin Patch. Кстати, в тему о квестах. Давайте пока отвлечемся немножко и найдем и убьем тыквоголового. Ебучий, блядь. Попрыгун. Сука. Рома любит прыгать, 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 нахуй. А Саныч ненавидит, когда кто-то пытается прыгнуть на него. Поэтому на, сука. Морда упырёска. А, там еще будет один очень-очень характерный зомбарь. Если я правильно помню, он должен быть где-то рядом. Хапуга называется. У него сундук со стволами. На спине. Светильник раз. Светильник два. Поехали. Сразу же две трансфузионки. Иначе. Блять, не успел. Ну, в любом случае, тварь жива. Так, далеко мне пиздечить-то? Да вроде не сильно. Может быть, сейчас удастся пидораса взять. Со снайперки. Готов. Еще один магазин.
А вот это я сделал зря. Тебе придется бегать. Бум! Ну, блядь. Что-то эта хуйня была не очень щедра на лут, на самом-то деле. Так, блять. Патронья у меня немного, мягко говоря. Улыбнуться хотел, не вышло. Исключительно горячая хуйня на самом-то деле. О, стволики. Продажу сойдет. Заебали, блядь. Иду, блядь, гычу назад наклонили и думаю, что все. Возможно. Это хуятина еще скачет. Блять, а это кто был? Там какая-то невъебенно крутая тварь, ребятки.
Вот он, Хапуга, о каком я и говорил. Блять, меня опять зарыгали. Сучары. Пизда. С патроньем проблемы. Да блять. Ребзя, вы заебали меня зарыгивать, на чем свет стоит. Блять. Вот и нахуй я потратил 13 тысяч на это ведро. Это вообще 153 дамага. Сорок восемь. У меня 40. Двадцать четыре к семи, у меня 31 к семи. Ну пиздос. Возникает вполне резонный вопрос. Где, сука, Хапуга? Не будешь ты меня за ляжки кусать. Блять. Блять, вот вам не кажется, что эта хуйня похожа на Михаэля Шумахера чем-то? Еще один хороший выстрел. Хорошо, два. Серьезных противников. Надеюсь, никто не возражает. Да, вот это толпешник, ребятки. Не нравится. Это что, блядь, за поцелуй зубами был на экране? Вы там у себя совсем объебались? 40-12, нихуя себе. Ну, блин, поблюй мне еще тут, сука. Кстати, где ближайший автомат? По продаже барахла. Блядь, как он далеко.
Еще зомбак. Короче, все, что дешевле 200 баксов, выкидываем. $300. $400. Так, продолжаем пиздюхать. Тебе надо вот туда, вот в тот дальний рукав. Вот уж что-что, патроны к дробовику нам точно пригодятся, да и патроны в принципе. Потому что с патронами к штурмовухе у меня засада. Вот откровенно. Так, сохраночка. Поскакали. I need more money, 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 money. Конечно, было большущей ошибкой, что я купил ту ебучую снайперку. О, блядь. Ах ты, пидорас. Блин, эти обрыги меня обложили на мосту. Ебаться, сраться. Так, погодите-ка, теперь 600 зеленых. Не, пока 500. Как раз 3 слота образовалось, заебись. Я еще успел какого-то бича по дороге ёбнуть. Что, не нравится? Ох, кому-то и достанется. Сучи потроха. Sweet, you made it all the way here alive. I'll get the lift down, but it'll probably take a bit to hand crank the bastard all the way to you. Probably want to shoot any of those skull munchers that trottle in. Hang on, then. Going as fast as these old hands want to go. Мать твою! Как на очень плохой вписке. Куча невменяемых тел, которые постоянно блюют.
Миленько. А хоть есть чем перезарядиться. You've never had to wait on a hand-cranked elevator during a zombie outbreak before. Jeez. Где там еще урод был? А, он у меня сверху язвенник порыгивает. Я до него все-таки дотянулся. Чё, прибежит ко мне еще кто-нибудь? Ой, блядь. Вот эту тварь я точно не положу. Все равно игра заставляет тебя рано или поздно резнуться, походу. Блять, что я сделал? Ебучий револьвер подобрал, который мне в принципе не упал. Там еще этот ебучий кусок танка носится. Сука нах. Просто сука нах. Лег нахуй. Все, зомбаки кончились. А нет. Короче, поехали отсюда, я заебался их уже пиздить. Точно, у меня же снайпа есть. Миленько, прям как в тире. Только, блядь, мишени где-то гуляют. Ладно, хер с вами. Так, что у меня там по скиллам? Начали качать скорость перезарядки. А так, по-моему, даже попизже стало. I probably went about this all the wrong way. I'm a doctor. I make people better. I just wanted everyone to be okay. I made the zombies. I was never as good as my totally not made up brother Zed, and we're totally different people. I need a drink. Заебись. Zombies trying to tear your face off. Buy a shield, and then buy an insta help. Если я сейчас продам все эти стволы. $13,000. Теперь я могу разжиться пиздатым щитом. Что у меня экипировано? 179.30 с регеном ХП.
Не, нет, ничего пиздато. Так. Найти образец противоядия, говорите. Этим мы займемся чуть-чуть позднее, в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.